По данным следствия, поздно вечером 24 декабря 2019 года двое сотрудников полиции прибыли на парковку около одного из рязанских торговых центров, где, по имеющейся информации, произошла драка между молодыми людьми. Увидев полицейских, один из находившихся на парковке молодых людей сел в принадлежащий ему автомобиль ВАЗ-21099 и завел двигатель. Несмотря на законные требования сотрудника полиции предоставить ему документы и выйти из автомобиля, молодой человек начал движение в сторону выезда с парковки. С целью пресечения противоправного поведения полицейский попытался остановить его. Однако автомобиль подозреваемого продолжил движение, совершив при этом наезд на патрульную машину. В результате сотруднику полиции были причинены телесные повреждения. После того, как автомобиль подозреваемого был блокирован служебным автомобилем, молодой человек оказал сопротивление и ударил полицейского. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, которые направлены на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. Олеся Котровская, Григорий Глотов, телекомпания «Город».